По даденых за 10 месяцев года подлетковая злочинность у Гомеля снизилась удвоя у сравнении с летошним показчиком. Такую информацию сегодня огучили на посяджении городского выконавчего комитета. Так, на 10 тысяч неполнолетних во возрасте от 14 до 17 годов припадая практически 18 выявленных злочинств. По области гэты показчик складая 40. У сравнении с минулым годом снизилась колькость крадежов и выпадков махлярства. Стабилизовалась ситуация по линии наркоконтролю. Однако при этом узросла колькость выявленных фактов рабаванняў и разбоев. Усяго в злочинствах сёлета обвинувачены 39 неполнолетних гамельчан. Значная частка дзейнічала у составе груповок и у стане алкогольного опьянения. Теперь на долю школьников приходится половина всех преступлений. То, чего не наблюдалось ранее. То есть ранее большинство преступлений совершались учащимися лицеев и колледжей города Гомеля. Сейчас же это, к сожалению, школьники. Поэтому, в принципе, все дальнейшая профилактическая работа будет переориентирована. Если анализировать преступления, совершенные подростками в вечернее и ночное время, то, к сожалению, большинство родителей не только не знали, где находятся их дети, с кем они проводят время, но и абсолютно спокойно относились к тому, что ребенок приходит достаточно поздно домой и не всегда как бы в трезвом виде. Гомель зараз займает другое место сярод областных центров по темпах снижения подлетковой злочинности. Так само сярод становчих тенденций можно назвать помяншение колькости рецидивов сярод судимых подлетков.